Друзья, представляю вам обзор внутренностей старого мерседесовского приемника Беккер Европа, модель 463. Данный приемник был интересен тем, что в нем была применена механическая память настройки каналов. Для начала я хочу продемонстрировать, как эта память работала в процессе эксплуатации приемника. Вот такой механизм, созданный из рычажков и пружинок, позволял настроить на каждый диапазон одну станцию. Нажимая на кнопку переключения диапазона, мы оказывались на нужной нам радиостанции. То есть механическая память не только коммутировала входные цепи приемника, но еще и управляла стрелкой на шкале радиоприемника, выставляя ее в нужную точку. Внешний приемник собран в стандартном, ничем не примечательном корпусе. Единственное, чем он выделяется, это закругленными эргономичными ручками управления, неброской серенькой шкалой и стандартным мерседесовским задником под их разъемы. Но на этом простота и заканчивается. Внутри все собрано настолько тщательно, все настолько тонко подогнано, что просто диву даешься. И этому приемнику уже много десятилетий. Я до сих пор удивляюсь, насколько гениальным механиком надо быть, чтобы придумать такой механизм запоминания настройки приемника. Достаточно было настроить нужный канал на определенном диапазоне, потом вытянуть кнопку этого диапазона на себя и утопить назад. И теперь все время, возвращаясь в нужный диапазон, вы оказываетесь на частоте данной радиостанции. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.